Информация про ДТП, которое произошло сегодня на 21-м километре трассы Ишим-Казанская. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок и беременная женщина. По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля ВАЗ во время обгона потеряла управление и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя другими машинами. Водитель ВАЗа доставлена в реанимационное отделение больницы. Травмы получили водители и пассажиры других авто. Среди них была беременная женщина. Ее доставили в родильное отделение. Авария на объездной дороге в Тюмени. 37-летняя водитель автомобиля «Ситроен» въехала в металлический отбойник, после чего автомобиль отбросила в большой груз. В легковушке помимо женщины находился ее 3-летний сын. Они доставлены в больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно ребенок перевозился в детском кресле. ГИБДД рекомендует водителям быть особенно внимательными, если они перевозят детей в автомобиле.